По словам продавцов, изначально на парочку нетрезвых мужчин они даже не обратили внимания. В торговом зале было много посетителей, и они обслуживали клиентов на кассе. На это, видимо, и рассчитывали злоумышленники. Судя по записям камеры видеонаблюдения, друзья выбирали, какое именно взять горячительное. В итоге сошлись на недорогой бутылке за 400 рублей. Они разговаривали, потом он засунул клетку, подошел к кассе и убежал. Повидел, все. Девушка-продавец бросила следом за беглецом. Попытался его остановить, но мужчина легко вырвался и скрылся в ближайших дворах вместе со своим товарищем. Ранее его здесь вы не видели? Непостоянный клиент? Непостоянный клиент. Примерно возраст какой у него? Лет 45. Личный злоумышленник удастся установить по записям камеры видеонаблюдения. После того, как преступника задержат, его судьба будет зависеть от того, по какой статье возбудят дело. Если кража, наказание грозит лишь по административному кодексу. Если же грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, в этом случае сумма ущерба не имеет значения. И это уже уголовная ответственность.